Привет, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на новенькую серию по КРМП. Играем, как всегда, на krmprp.ru, сервер номер 4. Ну что ж, друзья, сегодня я предлагаю снова немножко поадминить, потому что онлайн наш почти что полный 500 человек. Я думаю, что самое время последить за порядком на сервере и посмотреть, что да как. Итак, я ввожу A-Duty, выхожу на дежурство и, собственно... Так, смотрите, первая езда с дымом, спек 477, давайте посмотрим. В репорт приходит жалоба. Так, действительно, чувак ездит с дымом, но аварийку он не включил. Вот чувак стоит, например, на крузаке с аварийкой и, в принципе, правильно делает. Просто ждет, пока его починит, а вот сам механик... Ну, давайте посмотрим, если он сейчас действительно продолжит движение. Пока что он, в принципе, хотя он стоит на полосе, это уже как бы не очень. Но пока давайте будем сегодня подобрее и... И ждать очевидного нарушения. Вот на крузаке чувака починили, он спокойно дальше двигается. Смотрите, наш чувак на эвакуаторе пока что бибикает. Я не знаю, что кто кого чинит там. Такое ощущение, что крузак подъехал починиться. Нет, смотрите, он действительно двигается просто так. Туда-сюда, еще и назад сдает. Зачем-то вообще непонятно. Создавая опасности, между прочим, на дороге. Друзья, давайте мы все-таки немножко чувака накажем. Без лишения прав. Просто за non-RP драйвинг. Да, я думаю, вот так вот. Вот этим обойдемся. Окей, давайте сразу переключимся, допустим, на 10 ID. Тут у нас крузак. Кстати, друзья, по поводу предыдущей серии хочу обратить некоторое внимание ваше. В общем-то, многие писали, что типа мы сами, ну, допустим, да, там Кристина мне же помогала в прошлой серии. Вы писали то, что типа, что за хрень, зачем ты чинил Кристину? Так я же в начале самой серии сказал, что мы сегодня вдвоем с ней патрулируем, как бы, да. То есть я как бы, ну, админ, а она была помощником админа. То есть она тоже была, ебать тут народу. Вот это да, парковка просто там от бога, конечно. Вот, и я специально сразу предупредил, что Кристина тоже будет как бы non-RP персонажем, поэтому, естественно, она мне помогала следить за нарушениями. Я ее чинил, потому что она как бы была практически тоже администратором прошлой серии. Поэтому, друзья, будьте, пожалуйста, внимательны к моей речи. Если бы она просто играла и я ее починил, это было бы действительно странно, я таким не занимаюсь. Итак, значит, также еще хочу обратить внимание, друзья, очень сложно, тем более учитывая, что я практически, у меня сегодня третья серия админ патруля, очень сложно уследить за всем сразу, потому что вы пишете там, типа, вот чувак репорт написал, ты не пошел, или вот там чувак проехал. Ребят, это очень сложно, поверьте мне, следить за всеми, это практически нереально, и я стараюсь, тем более записывая серию, если бы, может быть, я просто сам, да, когда захожу в игру и не записываю, слежу, конечно, я более внимательнее. Когда ты еще разговариваешь со зрителями, записываешь, это очень сложно. Поэтому, друзья, уж простите меня, что я не всех наказываю. Ну и я стараюсь быть немножечко так добрее, не сильно, как бы, тоже наказывать всех. Так, смотрите, у нас тут опасный бандит бежит, 13 ID. Будем сегодня еще в основном репорт рассматривать, чтобы, потому что, вот видите, мы, например... Прочитали. О, смотрите, у нас админы сажают в тюрьму сегодня за красный по полной программе на 180 минут. Ничего себе. Ничего себе, вот это жестко. Так, смотрите, тут какая-то войнушка началась. Интересно, друзья, что тут происходит. Тот чувак, смотрите, бегает там, прячется. Действительно, веселая жизнь в криминальной России. Фига он его через дерево шмальнул. Че, если с другой стороны него стреляют? Слушайте, тут прям, смотрите, какие-то разборки реально. Действительно криминальная Россия, друзья. Мне кажется, его сейчас завалят, кстати, потому что он все-таки не за деревом спрятался, а... Оу. Его убили, друзья. Его просто убили. Так, 186 Багаюз. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут за Багаюз. У 186-го. Ну, это, походу, вот от этого чувака, который сзади едет. Под него пришел репорт. А, нет, от другого. Так. Ну-ка. Ага, бомбанула машина. Ну, если он имеет в виду Багаюз на стрелочку, как правило, за такое-то мы и не наказываем. Да и тем более у скутера у нас и так лимит скорости ПДД поля. Да, друзья, смотрите, по полной программе наказывают сегодня админы, так что будем тоже по-жесткому сегодня, наверное. Правда, вот не знаю, права будем отбирать или нет. 323 ДМ, давайте переключимся, потому что, в принципе, у нас даже чувак в светофоры он соблюдает. 323 ДМ. Так, сейчас не прогрузилось, вот прогружается. Чувак на мотике.
Ну, не знаю, может, конечно, он дэмил тут, но пока что он валит на мотике. Давайте посмотрим, как он будет правила дорожного движения соблюдать, потому что он все-таки на мотоцикле, и я думаю, что он хрен сейчас забьет на красный и поедет, да? Так, это он типа проехал или он типа в ОФК? Он типа проехал. Так, слушайте, ну видите, админ у нас сажает сразу, да прям за красный. Ну, давайте прав не будем лишать. А, придется наказать. Не так уж и жестко мы накажем, друзья, но... Раз сегодня и за красный у нас. Ну, а с таким онлайном, друзья, надо и красный соблюдать. Я думаю, что вот так вот. Чувак проехал на красный. Так что извини, пацан, но придется немножко посидеть. Окей, спек 20, посмотрим, тут у нас вояка. Так, сейчас переходит в другой мир. Другой мир, другой мир. Что-то немножко он пропал. Ладно, в принципе, я думаю, вряд ли там что-то интересное. 21-й ID, ФСБ, друзья. ФСБ, вор 666. Он осматривает эту бэху. Прям такой крутой. Да уж, тут Федеральная служба безопасности, друзья, отдыхает по полной программе, я смотрю. БМВшечки одни, аментадорчики, ну все как надо. Смотрите, какой-то... Опа, достал деньги из кармана и передал их. О, друзья, походу здесь коррупция, коррупция процветает. Ладненько, ладненько. Так, окей. Кстати, сейчас у нас очень много админов в сети, помимо меня, поэтому... ну вот это немножко странно выглядит. Если многие негодовали по поводу того, что я наказал чувака за то, что он ездил по пляжу, то здесь, друзья, знаете ли, по горе, на мопеде, ну... Я думаю, что вы согласитесь со мной. Здесь чуваки то ли изучают местность, но вот то, что вот это вот совершенно не нон-РП. Деморган 96 и нон-РП драйвинг. Да, друзья, сегодня у нас в основном, смотрите, мы... Сажаем просто за нон-РП драйвинг. Окей. Так, давайте дальше. Давайте дальше. 56 хочу посмотреть. Почему-то так и думал, что это будет аренда автомобиля, либо Анашан. Чувак ждет свободную тачку. Да уж, таким онлайном я думаю, что действительно сложно дождаться. Нон-РП ник 166. Спек 166. Посмотрим. Ну как бы, да нет. Я бы не сказал. Может, чувак, а я ошибся. Потому что вряд ли он чувака в Деморгане нашел. Окей. Так, допустим, пойдем. Давайте попробуем. Так, спек 444. Нет такого, да? Окей. 333. Вот так посмотрим. 233 ДМ. Быстрей. 233 ДМ. Итак, смотрим. Опа. Действительно, какая-то пизделовка намечается. Ну, слушайте, что дальше будет? Прям хочет его... Нет, убежал. Убежал, друзья, смотрите. Убежал, немножко попиздились и убежал. Ну, будем считать, что это была дворовая потасовочка. И... Ого, их с пятой наваливает на... Ебать, он с проколот. Ой, блядь, а вот его бы ID сейчас посмотреть бы, а? Как он сейчас повернул-то лихо? Эх-хе-хе-хе-хе. Опыта мне не хватает, друзья, следить с... Так, стоп, это что у нас такое? А-а-а! Так. Ну, дорожка тут есть, но чувак едет явно не особо по дорожке. Явно особо не по дорожке. Ага. О, да. Да, тут он, скорее всего, сейчас пофигарит дальше с этим. Ну да. Так что, друзья, в принципе, Деморган 235. Нон-РП драйвинг. Да. Ну что, будем лишать прав? Я даже не знаю, друзья. Ну ладно, давайте. Сегодня я добрый, добрый админ. Поэтому сегодня я не буду никого решать прав. Если это будет совсем не жесть прям какая-то. Так, у нас, кстати, смотрите, за двойной сплошной, в принципе, наказывают, но, знаете, вот я лично за двойной сплошную не трогаю, потому что есть действительно такие моменты, которые, ну, сложно где развернуться, поэтому будем считать, что здесь две сплошные, ну, если это вот за городом, это по-любому мы не трогаем, а вот если в городе, если до светофора чуваку лень доехать, и он разворачивается, это уже подозрительно. Так, застрял в здании, помогите, пожалуйста, давайте спасем чувака, 447 ID, застрял действительно или... я бы не сказал, что он застрял. Что-то как-то... Может, его, конечно, слепнули уже. Так, слушайте. Я думал, маршрутчиком сейчас поедет работать, а он, оказывается, нет. Так, окей. Давайте спек 230, допустим. Допустим, 230. Ну-ка. О, здесь какая-то пара на ухо снимается, друзья. Слушайте, блять. Знаете, он посмотрел на часы, как будто ждет реально актрису, актеров. Сейчас, походу, что-то намечается, друзья. 18+, лучше нам сюда не соваться. Что-то слишком тут опасные пацаны какие-то. Давайте посмотрим, допустим, 256 МГ. 256 МГ.
Что-то тут, знаете, такое ощущение, что они общаются между собой. И чувак решил просто на него. Понял, иди. За работы. Какие-то работы. Какие-то здесь разборки, друзья. Но... О, смотрите, смотрите, смотрите. Деловой, деловой такой. Деловой в пиджачке. В пиджачке. Ну-ка, 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 ну-ка. Что будет? Что будет дальше? Что-то, блядь, приколола их разборочка такая небольшая. Довольно эпично. Ударить меня застрял в текстурах. Ладно, давайте не будем терять время, помогать людям. Застрял в текстурах, ты серьезно? А, его слэпнули уже. Не успеваю я, друзья, видите, админов слишком много. Действительно, чувак застрял в текстурах, и его сразу... А, он решил релогнуться, да? Что? Какой? Подождите, что сейчас произошло вообще? Что? Ребята, вы это видели? Стоп! это был телепорт, или что это, блядь, было сейчас такое вообще? Это довольно сейчас было подозрительно. 129-й ID скинул меня с автомобиля и начал с автомобиля в воду и начал ДМ. Но, к сожалению, мы уже... К сожалению, уже мы это не проверим, друзья, что тут происходило. Но чувак работает. Один чувак сидит в газели с ним вместе. Так, давайте посмотрим на 410. Ой, 310, ну ладно, 310 тоже пойдет. Так, тут у нас около казино. Тут у нас около казино. Как привору занизить? Никак. Блять, такие реально иногда вопросы в репорт приходят. Так, ID 79 неадекват. Ну-ка, что тут такое? Что за беспредел? 79 неадекват. Так, хорошо, едет на разбитой четырке. Ну, блять, ну хорошо. Пока у него, правда, не дымится ни... Что-то, по-моему... Какой-то реально неадекват. Зачем он выпрыгнул на ходу из машины? Я уже... Да. Да. Так, 79, да? Давайте ему... За что ему можно дать-то? За нон-РП. Да, пожалуй, это подойдет, потому что... Ну, чувак, блядь, на ходу выпрыгивает из автомобиля, специально врезается в газель. Это было как минимум подозрительно, ну и походу на него не просто так за... Это, за... Ну... Блять, короче, зарепортили, значит, чувак действительно что-то там жесткое творил. Так, хорошо, тут у нас банан желтый, поворачивает направо. Подбитый немножко, но нормально все, не дымится же. В принципе, даже с поворотником. Вот респект такие, вот смотрите, вот, казалось бы, да? В какой-то глуши, да, в Арзамасе, где, в принципе, там никто не видит. Мог бы повернуть, но нет, чувак соблюдает правила дорожного движения. Это очень большой плюс. Ой-о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 й. Вот это мне сейчас его жалко. Мне его жалко. Мне его очень жалко. Он сейчас просто... Ой, господи, бедный чувак, серьезно. Вот реально, от души жалко, потому что он сейчас потерял свой банан благодаря лагучему чуваку на Бентли, который, в принципе, скорее всего... У него как раз были лаги, но при этом он, скорее всего, не специально снес банан. Я люблю пинг, друзья. Это такая вещь. Поэтому чувак бежит теперь... Будет, наверное, релогаться. Ладно, тут ничего интересного нету. Давай 400 ID. Ух, ебать. Тут целые тюремщики, тюремщики, друзья. Законники. Так, 285-й. Так, слушайте, подождите. Я опять забываю. Я опять забываю, чувак АФК стоит. Так, это он, получается, где-то в здании, да? 30 минут. Может ли он стоять? Может ли он стоять в АФК? Так, все, я учел. Кикать надо, видите как. Смотрите, получается, Егор Петров тоже в этот же момент смотрел на кого-то рандомно. И мы с ним как-то совпало так, что смотрели на одного чувака. Значит, надо кикать, окей, за АФК. Просто есть там причина, вот это бомж. Кикать там, да, вот это вот за то, что там стоишь. Я все никак не выучу, надо выучить. А то как-то стыдно. Так, тут у нас тоже, в принципе, ничего такого. На семерочке пацаны, смотрите, ровные катаются. Вообще четкие. Четкие парни. Все нормально. Ай, господи. Так, ладно. Давайте смотреть, кому-нибудь еще. Сейчас будем уже, наверное, заканчивать. 77-й. Так, вот тут интересно, друзья, смотрите. 77-й. Ну вот, не буду я наказывать за это. Развернулся он через сплошную, да, но... В этом месте, друзья, там искать разворот, где будет не двойная сплошная, но через развязку здесь никто не поедет. Вот, я за такое не думаю, что надо доказывать. Если бы он в городе разворачивался, то
Не было бы никаких вопросов. Ого, тут что-то у нас опасное, друзья, смотрите. Что-то опасное происходит. Там бэху оградили. Тут, в принципе, торги. Все нормально. Все окей. Там еще чувак заворачивает. Так, окей, давайте тогда... Ну что можно? Давайте попробуем... 102, допустим. Так, вот это интересно. Вот это я вовремя тут. Банан стоит. На встречке. На встречке банан стоит. Уже с дымом. Без аварийки. Конечно, он пытается починиться, чувак. Но ты поехал сюда по встречке, ну серьезно. Ну, блядь, ну я не знаю. Ну, если бы он хотя бы задним ходом сюда под... Ну, как-то... 164-й на НРП драйве. Будем наказывать, я не знаю, друзья. Это встречка явная. Ну, давайте, ну я не знаю. Ну, не хочется лишний раз тоже трогать. Так, подождите, какой у нас там ID на НРП драйве? 164-й. Вон он развернулся. Ну, блин, чувак не со зла, я думаю. Давайте, ладно. Я просто, ребят, ну, серьезно, лишний раз не хочется. Тоже. Так, на НРП драйве 164-й. Ну, да. На с пробитой по... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, 164. На РП драйвинг, да. Так, спек, допустим, 250-й. 250-й у нас АФК, кстати говоря. Кстати говоря. Чё, получается, кикать его? Ну, 16 минут, это, наверное, жестко. Если чувак в инте АФК 16 минут кик... Сейчас спросим. Я просто стараюсь тоже, знаете, бездумно ничего не делать. ФК в больнице. Просто 16 минут, это, наверное, жестко. Да, окей. Кик, 250, АФК. Дальше, ну что, давайте, друзья, последний чувака кого-нибудь посмотрим. Пускай это будет сейчас просто крупный улов, 238 ID. Блять, нет, это ДМ-машин, 277, смотрим. ДМ машины. Он хочет сказать, что он таранит, что ли, его, или что? Вроде ничего особенного не происходит. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, что за разборки. Давайте посмотрим, как это будет дальше происходить. Тут все. Что-то как-то, знаете. Сори. Ну да, чувак, походу, не специально. Друзья, тут, в общем-то, еще такая ситуация. Но я думаю, что мы на сегодня будем заканчивать. Также за нон-РП вот сейчас на данный момент сажали в джейл. Вот, просто многие, скорее всего, напишут, что я не заметил. Ребят, я заметил. Я специально на джейл сажают на 3 часа. Я помягче сделал все. Я сделал деморган на... Сколько получается там за нон-РП? Давайте, подождите, сейчас я посмотрю. Главное, сейчас его случайно не посадить. У нас получается 30 минут. В 3 раза меньше. Да какой в 3 раза меньше? Намного раз меньше, 6 раз меньше. Так что, друзья, наоборот, я же, ну, я стараюсь как бы первый раз, если бы я, допустим, ловил там, да, не первый раз нарушителя, то да, конечно. А так я все-таки, ну, я мягенький, мягенький админ, друзья. Я же стараюсь тоже, чтобы не супер наказывать всех. Вот. Вот так что вот так вот. Вы не злитесь уж. Ну, а за то, что я там не вижу что-то, ну, блин, со временем придет опыт, да? Видите, какие глаза у меня честные, нормальные. Так что, друзья, я добренький, все нормально. Все, друзья, ставьте лайк, если вам понравился патруль сегодняшний. Подписывайтесь на канал, если это впервые. С вами был Булкин. До новых встреч, всем удачи и всем пока, друзья.